Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас будет обзор семян перцев на 2021 год. Из всех вот этих вот перцев только один новый перец, остальные все перцы остаются с прошлых сезонов, потому как они очень урожайные, достаточно неприхотливые и в целом в ходе летнего сезона стабильно отдают свой урожай. Поэтому менять их как бы не стоит. От добра добра не ищут. Что касается вот этого нового перца, это у нас перец сладкий бизон красный. Он у нас раннеспелый и крупноплодный. Плоды у него массой до 200 граммов. Растение высотой 90 сантиметров. Можно его выращивать как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Достаточно он урожайный, неприхотливый. И что касается толщины стенки, у него она 4-5 мм. Может быть, конечно, не такая большая, но в целом для фарширования, для заморозки, просто даже для летнего употребления в салатах, в каких-то супах или рагу очень хорошо этот перчик подойдет. Главное, что он урожайный, раннеспелый, что именно для нашей сибирской такой погоды неустойчивой, это очень хорошо. И следующий перец, единственный из всех этих перцев, это гибрид. Это у нас перец сладкий, какаду. Масса у него плода до 500 граммов. Это у нас среднеспелый перец. Выращивать его нужно через рассаду, которую мы сеем в феврале месяце. То есть, если мы вот эти перцы раннеспелые можем смело сеять в марте месяце, это даже будет лучше, потому что рассада у нас не будет перерастать, и будет хорошо приживаться, и быстро начнет именно тронется в рост, так скажем. А вот этот перец, его нужно сеять пораньше. Высота у него до 1,5 метров, а толщина стенки именно самой вот этой перчины 6-8 миллиметров. И, конечно, нужно им предоставлять, так скажем, пространство хорошее, то есть не загущать посадки, и тогда этот перчик должен нас порадовать вот таким вот очень крупным и очень вкусным урожаем. Следующий перец, это у нас перец белое золото. Каждый год мы его сеем и не будем, так скажем, прерывать этот посев, то есть не будем отказываться от этого перца. Это у нас низкорослый перец до 60 сантиметров высотой, но при этом он у нас сочетает и низкорослость, и крупноплодность. Плоды у него до 400 граммов, очень крупные. Первоначально они, наверное, не такой вот окраски, а молочной такой окраски, а затем в фазе именно биологической спелости они вот приобретают такой вот желтый цвет. Очень неприхотливый, опять же таки, урожайный. И в целом у него толщина стенки указана 6-8 мм. В общем, замечательный перец для теплицы. В принципе, можно его выращивать и в открытом грунте, но под таким каким-то временным укрытием. Следующий перец, в прошлом году его выращивали, это у нас перец сладкий воловье ухо. Достаточно вот такие раскидистые кусты, высотой он у нас до 70 сантиметров, но даже может немножко побольше вырасти. Плодоношение вступает спустя 120-130 дней после именно всходов. Среднеспелый, также у него плоды где-то 250 граммов, но средний, наверное, 180 граммов, такие вот у него. Очень тоже не мелкие, а достаточно такие крупные, вкусные плоды. Можно использовать как для фарширования, так и для какой-то заморозки. И в свежем виде, соответственно, в течение всего сезона. Первые плоды начинают поспевать уже в конце июня, в начале июля. Ну и затем уже он постепенно также отдает очень хорошо свой урожай. Толщина у него стенки 6-8 миллиметров. Очень даже тоже неплохой перчик. Следующий перец, наверное, один из самых любимых перцев, это толстый барон. Он у нас раннеспелый и при этом, опять же таки, сочетает и не очень высокий куст. Вот на упаковке указано 100-120 сантиметров, но такого высоты он, честно сказать, никогда не вырастал. Наверное, максимально было 70 или 80. Но, опять же таки, наверное, в теплых регионах он будет расти именно таким вот высоким. А у нас в Сибири очень такой компактный у него кустик и при этом увешан весь вот такими вот плодами. На упаковке также указано, что они вот такие вот как бы призмовидные, но у нас он растет какими-то такими, как
вытянутыми плодами. Такой у них острый кончик. Масса 200-500 граммов. Ну, в принципе, средний вот такой 200-250. Но самые крупные бывают и 300, и 400 граммов. А толщина стенки до 8 миллиметров. Так, ну и в принципе, что касается именно выращивания, можно в теплице, можно в открытом грунте. Но в открытом грунте у него перцы вот растут немножко все-таки поменьше. Наверное, граммов 100-120, вот так вот. А в теплице постоянно отдает урожай, очень хороший, стабильный и крупноплодный вкусный перчик. Поспевает первые перцы уже также в конце июня, начале июля. Обязательно его попробуйте, если вдруг найдете, его попробуйте посеять. Следующий перец у нас перец сладкий мавр. В этом году его сеяли. В фазе именно технической спелости вот перцы вот такие вот, как бы шоколадный такой оттенок у них. А в фазе именно биологической они приобретают такой темно-багровый цвет. В целом у нас тоже раннеспелый. Высота 55-60 сантиметров, то есть очень низкорослый. Плоды массой 100-110 граммов, на упаковке указано. Именно у нас они вырастали до 180 граммов. То есть в целом, если перцу предоставить также хорошее пространство, не загущать посадки, то перец будет очень достаточно крупноплодный тоже. И толщина стенки 8-10 миллиметров, это правда. Вот примерно где-то 8 или 10 миллиметров, самых крупных была и 10. То есть в целом можно и также его использовать в целом в ходе сезона, и замораживать, и, в общем, замечательный перчик. Попробуйте интересные такой расцветки, можно сделать такую смесь для заморозки, например, и такой будет оттенок, и желтый, и красный. Очень такой вот замечательный тоже перчик. И также пару слов скажу про такие перцы, которые многие, наверное, все-таки сеют именно из магазинных семян, так сказать, магазинных перцев, вот этих плодов. Тоже мы их сеяли, но, в общем, на что нарвешься. Иногда бывает, посеешь, и вырастают вот такие вот действительно крупные перцы, даже еще крупнее вот этого были вот такие вот крупнючие. А иногда можно нарваться на то, что посеете, и вырастет совсем такие мелкие плоды, и они поздно будут зацветать. Вот в позапрошлом году, получается, были крупные перцы из магазинного, несколько штук сеяли. А в этот вот получается, в прошлом, 2020 году, были совсем мелкие перцы. В общем, лучше все-таки отдавать предпочтение именно семенам от, так скажем, вот этих торговых наших фирм, нежели чем из магазинных семян сеять, вот этих из магазинных перцев. Потому что может получиться вот именно такие крупные плоды вырастить, а может и не получиться. В общем, каждый решает сам, что ему удобнее, но вот у нас именно был такой опыт. В общем, ну а всем тем, кому данное видео понравилось, было полезным, конечно же, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. Всем пока-пока. Надеюсь, что наш обзор был вам полезен.